يلا ده завода. А вы знаете, судя по тому, с каких количества городов приезжали, я думаю, они от завода. Тут одно, это не запорожские? Не только запорожские. Вот так вот здесь ну, разные. Это частная фирма. Я не думаю, что фирма. Я думаю, это спортивная какая-то организация. Спортивная какая-то такая более. Может быть, вот вы поспорили, да, это завод. Я забыл, ну, этот завод. Вряд ли завод. Ну вот как раз вот здесь центр, я думаю, здесь и стоит может спросить быть, у кого-то о том, помогал. Да. Нашим, например, запорожским, да, как бы, да. А другие от другого завода. Это спортивной ассоциации это, какой-то, это однозначно. Это с разных городов. Да. Спасибо. Не за что. Склад продуктов. Ага. Самое охраняемое место. Самое затененное, да. Деревянный заборчик. Ой, смотри, прекрасный крест. Да, не, это я думаю этот. Пункт помощи. Да. Наверняка. И девочка есть тоже славянская. Прекрасный крест. Вот, видишь, учат это держать, да. Ага. Равновесие. Жалко, никто сегодня. Что за шеврон у него, видела? Нет. Ну, ты меня спрашиваешь, нормально? А я не говорю, да? Не обратила внимание, что там? Чуть ли не мертвая голова. Азот еще может быть. У них тоже. Кто-то из этих. Нация.
Собакин чей-то оторвался. Собакин. Боже мой. Да. Всегда был. Памятка архитектуры. Не видать. Мы будем вести ГАМАЗ, да, на два дня? Да. Ну что, он тяжелый, что его вести? Нет. Хочу же подождать, пока кто-то упадет. Ты не видел, что они делают? Вот, смотри, сейчас будет один падать в никуда. Задом, поняла? Без недоверия. С камня? С камня, да. Ого! Да. Это серьезно. Ничего себе, высота такая. Мы со стула падали, и стул было очень страшно. А мама могла бы не смогла упасть. Да, нет, не мы сильно тянем. Объясняю для тех, кто не знает, как мы падаем. Мы становимся ровно, напрягаем туловище. Чтобы упасть ровно, мы не сгибаемся, не приседаем, ногами не дергаемся, руки не раскидываем. Их мы держим вот тут на туловище. Все понятно? Да. Все Спрашиваем. Заново.
Я думала, ты сказала, что надо попасть, а кажется, надо попасть. Правильно, правильно. Преодолеть свои, да, вот эти, как они, рефлексы. А, может быть, да. Доверие точно, да. Сейчас посмотрим. И мы тоже. А то они козырьками могут поймать. Ты ждешь эпик фейла? Ага. Да ладно. Не ждать? Хорошо. Когда не ждешь, вероятность больше. Идем? Да. Пауза, топчик. Точно, это один. А мы уже сняли на видео. Ага. И письменные тоже те сняли. А вон, видишь, натянута между деревьями вот эта штука за палатками. Вот от этого дерева до этого. Вот они по ней ходят, она прогибается где-то вот так вот над землей. Оно вроде и безопасное, и равновесие тренирует.